По всей стране курсируют мощные магистральные паровозы, созданные умелыми руками брянских машиностроителей. Сейчас на Брянском заводе приступили к изготовлению маневровых теплоэлектровозов. Первая машина марки ТЭМ-1 готова. На митинг, посвященный выпуску тепловозов, собрался весь коллектив предприятия. Директор завода товарищ Юшков горячо поздравил машиностроителей с новой трудовой победой. Создателей новой машины приветствовал секретарь обкома партии товарищ Петухов. Принимается распоряжение в рейс. Новый тепловоз развивает скорость до 110 км в час. Он будет работать на узловых железнодорожных станциях.